Всем привет! Вот и настало время изготовить четвертую ось для моего станка с бетонной станиной. Ролик о постройке самого станка есть на канале. Вообще-то я хочу попробовать сделать так, чтобы на этой оси можно было производить еще и простейшую токарную обработку. Выглядеть четвертая ось должна примерно вот так. Корпус и вал с кулачковым патроном. Привод будет осуществляться через ременные шкивы. Для четырехосевой обработки будет задействован большой шкив с передаточным отношением 1 к 6, а для токарной обработки отношение будет 1 к 1 или около того. Приводной двигатель будет такой же, как и на осях X и Y, а именно шаговый двигатель с энкодером и крутящим моментом 4 Н на метр. Максимальные обороты для него указаны 2000 оборотов в минуту. Какие-то огромные болванки я токарить не собираюсь, так что думаю, двигатель потянет. Ничего проще, чем изготовить корпус из отдельных сваренных между собой заготовок, я не придумал. Конечно, решение так себе. Во время сварки детали должно повести и геометрия должна нарушиться. Вопрос только один, критично это или нет. Для минимизации вредных последствий сварки я буду брать металл потолще и сваривать не одним швом, а большинством маленьких сантиметровых швов, чередуя их местоположение. Также нужно сделать так, чтобы все элементы складывались в один корпус с соблюдением перпендикулярности и соосности. Заготовок нарезал болгаркой из стали толщиной 2 см для основания и боковин, в которых будут подшипники, и 1-сантиметровой стали для других боковин. Начнем с самых ответственных деталей. В них будут подшипники. Сначала фрезерую сторону, которая будет во внутренней части корпуса. Теперь переворачиваем деталь. Для облегчения захода фрезы высверлено отверстие. Стружки много, и она в виде маленьких иголочек. Теперь отверстие под вал диаметром 25 мм. По контуру будет два прохода глубиной по 10 мм каждый. Последнее – это небольшая привалочная плоскость. Таких деталей нужно две. Дальше делаем основание. Сначала обрабатываем по контуру. Нужно наметить отверстие для крепления оси к станку. Твердосплавное сверло, конечно, входит как горячий нож в масло. Фрезеруем плоскость для сопряжения стальных деталей на глубину 2 мм. В принципе, эта деталь тоже готова. Отверстия потом рассверлю на сверлильном. Боковые части без подшипников самые простые. Их нужно обрабатывать только по контуру. Толщина стали здесь 10 мм, поэтому фрезерую за один раз. Таких нужно тоже две штуки. Теперь нужно запрессовать внешние обоймы подшипников. Чтобы не мучиться, нагрею деталь.
Здесь главное все делать быстро и уверенно. Если обойма встанет наперекосяк, придется нагревать заново. Вал вместе с патроном будем снимать с моего самодельного токарного станка. Когда-то сделал его за пару дней для изготовления деталей моего большого станка. Точности там никакой нет, так что не жалко. Хотя у вала с планшайбой биения практически нет. Кстати, вал — это 25-миллиметровая направляющая для ЧПУ станков. Попробуем сложить, что получается. Из-за того, что детали выполнены очень точно, они плотно прилегают друг к другу и становятся в пазы на основании. Примерно так в итоге должен стоять вал с патроном, только нужно обрезать лишнее. Оказалось, сепаратор подшипника упирался в заднюю стенку, поэтому пришлось доработать детали. Ну вот, другое дело. Сделал еще несколько отверстий, чтобы потом можно было демонтировать подшипник. Люфт подшипников обычно устраняют большой гайкой на валу. Мне так не подходит, так что сжимать подшипники будем шкивами. Для этого в торце вала нужно отверстие с резьбой. Теперь нужно аккуратно сварить детали в цельный кубик. Сжал все трубными струбцинами и сваривал маленькими швами по 1 сантиметру с разных сторон. Вращается довольно легко. Заготовки под шкивы будут квадратные. Надеюсь, в комментариях напишут, почему именно квадратные. Подкручивая болт на торце, можно выбирать люфт в подшипниках. На этом сегодня остановимся, так как двигатель будет ехать ко мне еще месяц. Но в следующем ролике уже будет готова 4-я ось. Всем пока!